Всем привет, мои дорогие друзья! С вами я, Unit Games. И сегодня мы будем играть в игру, которую уже все, практически все знают. Это у нас первая часть Granny. Совсем недавно в ней вышло обновление 1.7. В этом обновлении добавлено много чего интересного, и на самом деле это обновление я очень долго ждал. Сегодня мы будем смотреть, что же в этом обновлении такого нового, изменились ли там какие-нибудь концовки плохие, ну или какие-нибудь такие вот старые штучки. Мы, конечно же, включим режим Easy, кошмар мы пока что включать не будем. Кстати, режим кошмара в этом обновлении тоже изменился, там... Обновились кошмарные текстуры дома, но сама текстура кошмарной бабки не поменялась. В общем, обновление прикольное. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, впрочем, вы и так уже все знаете. Вот мы с вами проснулись в комнате. Ну, в принципе, ничего такого интересного, новенького. Но забыл сказать, у бабки появился новый спавн. Либо она появляется вот в этой вот комнате, где вот эти вот двери, либо в подвале. Да, у нее там есть спавн. И даже на кухне. Короче, давайте скинем вазу. Посмотрим, откуда она придет. Так, да, смотрите, друзья, она появилась в комнате. И здесь, конечно же, появилась... Короче, вы сейчас сами слышали этот страшный звук. Преследующая музыка, которая есть в Granny 3, в обычном режиме. И теперь она есть здесь. И, кстати, у бабки теперь есть черные волосы, как и в Близнецах или в Granny 3. Почему же я так долго ждал этого обновления? С того момента, как я здесь увидел бабку, вы сами видели, что она смотрела именно на меня. И вот именно этого я очень долго ждал. Упало что-то. Вот, смотрите, она смотрит именно на меня. Раньше она смотрела только вперед, когда за мной бежала. А теперь смотрит на меня. Вообще на преследующую музыку не очень похоже. Похоже просто на страшный звук. Я же перед тобой стою. Ну, просто вот ушла. Понимаете, вот ушла просто, и все. А, давайте-ка манекен скинем. Просто вот так. Он мне не нравится просто, все. Ща баба сюда придет. О, картина. Бабка, я твой портрет нарисовал. Вот, на, оцени 10 из 10. Ну, че молчишь-то? Звуки издаешь страшные. Ой, а я, кажется, упал. Надо спрятаться в шкаф, чтобы ты меня не угробила. В общем, сейчас бабка меня убьет, и мы пойдем смотреть, что же такого поменялось с Анжелой. Да, вы все знаете, это дочка вот этой вот сумасшедшей бабки, которая сейчас оглядывается не пойми куда. Короче, сейчас я вам покажу все, что там изменилось. Ну и многие уже знают, что там такое. В общем, это довольно-таки удивительно. О боже, как ты меня увидела? У тебя что, глаза на затылке? А ну вот в этой бабушке на плеща! Согласен, сейчас был какой-то трэш. Друзья, сейчас я вам покажу, что же изменилось в той секретной комнате. Я поставил режим практика, чтобы бабка нам не мешала особо. А то вы же сами понимаете. Так, кидаем вазу, потому что она мне не нравится. Короче, ваза не разбивается, она каменная, поэтому пойдем от нее подальше. Так, рычажок. Картины не изменились, но чуть-чуть изменилась она. Но она здесь так висит. Чтобы она появилась, книга-то не нужна. Но она нам все равно понадобится.
Чтобы сделать один такой вот ритуал, злая монашка нам для этого не понадобится. Нам и бабки хватает, в принципе. Сейчас мы с вами найдем книгу и продолжим. Странно, бабка хранит книгу в гараже. А почему бы не хранить ее в машине? Берем книгу и идем обратно. Ой, нам же не сюда. Извините, дверью ошибся. Барабанная дробь, которой здесь нет. Короче, просто ставим книгу и... Она упала. Ты чё рычишь? Ты же не лев. Как такие вот цепи железные здесь. Вот чё мы разлеглись, а? Дайте пройти. Дайте же мне наконец пройти. Пацаны, здесь кто-то напился. Так. Скоро произойдет нечто такое вот мистическое. Поэтому сходим на кухню, покушаем и вернемся. Мы покушали, и она до сих пор здесь лежит. Я не знаю, что для этого надо сделать. Может, просто подождать? Что для этого надо сделать? Извините, вам не больно? Давайте пройдемся сюда. Ага. Паучок. Вот, собственно, ваш старый дом. Но вам здесь, я смотрю, больше нравится. От радости уже упали. Волосики, волосики и красивый руль. Она исчезла. Ой. Вот, собственно, что и происходит. Я прошу прощения, а куда вы ползете? У вас же ноги есть. Зачем вы ползете? Пол же грязный. Вот посмотрите на его состояние. Он же грязный. Ну ладно, как хотите. Надо бы на стульчик присесть. Почему я не могу на него сесть? Интересно. Я прошу прощения, но куда вы ползете? Вы чё, заснули? Вы чё, заснули? Hello, мадам. Вы чё делаете? Алло, вы куда? Да подождите, ну куда вы? Куда? Где вы? Вот где вы? Так, нужно идти обратно. Вдруг она к себе телепортировалась. Где она? Где? Что ж, друзья, вот такой вот был ролик. Плохие катсцены мы смотреть не будем, потому что я вам признаюсь, там ничего такого не изменилось. Что, друзья, всем пока, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Если вы здесь, конечно, новенький. А то многие из вас, моих подписчиков, это уже сделали. Хорошо, всем пока. Блин, картины упали.